Мы раз в 2 года проводим исследования об отношении к ЛГБТ-людям в Молдове. Первое такое исследование мы сделали совместно с профессиональным социологическим агентством Magenta в 2019 году, и мы повторили это исследование в марте-апреле 2022 года. И вот я могу сказать, что положительное отношение к ЛГБТ-людям повысилось на 4%, а нейтральное отношение повысилось на 19%. И это очень хорошие показатели того, что ситуация меняется. Мы с вами прекрасно понимаем, что можно многое менять на законодательном уровне, но если не будет социальных изменений, жизнь людей вряд ли изменится. Да? Потому что законы зависят от того, как они будут выполняться, как они будут исполняться, как люди будут к ним относиться, как люди будут их воспринимать. Поэтому для нас социальные отношения тоже очень важны, параллельно с изменениями законодательными. Очень негативное отношение уменьшилось на 13%. И это тоже хороший показатель. То есть становится больше людей, которым может быть все равно, да, или людей, которые начинают относиться нейтрально. И, конечно, мы говорим о цифрах в Кишиневе, к сожалению. У нас пока нет ресурсов для того, чтобы сделать исследования на национальном уровне, и мы прекрасно понимаем, что цифры в регионах могут разниться, но, тем не менее, для нас это тоже показатель того, что если в Кишиневе ситуация меняется, то, наверное, в Молдове она тоже постепенно меняется.